России День воспитателей всех работников дошкольного образования принято чествовать 27 сентября. Это молодая общенациональная дата, но она быстро приобрела значимость и вес, а также полюбилась простому народу. Ульяновская область не исключение. Сегодня во всех детсадах пройдут праздники. Воспитатели поздравят заведующие, родители, да и сами детки. Так, в 124-м дошкольном учреждении ребята из средней группы накануне праздника сделали открытки под руководством молодого, но уже увлеченного профессией педагога. На самом деле я с детства хотела заниматься с детьми, хотела учить их формировать личности с самого раннего возраста. И затем я поступила после школы в социально-педагогический колледж, где я действительно удостоверилась, что это мое призвание, что мне очень понравилось быть воспитателем на практике. И затем по вакансии я пришла сюда, в детский садик номер 124. Секрет популярности этого праздника весьма прост. Наше общество понимает, что детские сады – это первая ступень становления личности человека. Именно поэтому торжества в этот день проводятся весьма активно, а поздравления звучат и звучат. Воспитателям я хочу и всем, кто работает с детьми, хочу пожелать крепкого здоровья. Это главное, потому что оно очень необходимо в работе с детьми. Хочу пожелать инициативы, творчества, устремленности в работе, потому что без этого в нашей работе невозможно. Любят этот праздник все, кто причастен к дошкольному образованию. Особенно приятно в этот день принимать поздравления тем, кто всю жизнь отдал детям. Воспитатель с 36-летним стажем Татьяна Васильевна говорит, что дело не в празднике, а в состоянии души. В детские сады идут работать только те, кто искренне любит малышей и понимает большую ответственность в выборе своей профессии. И на протяжении всех этих 36 лет, с каждой встречи с детьми, с каждым проведенным занятием, я понимаю, что это именно то, чем я хотела заниматься всю жизнь. Очень люблю детей. У меня два внука. И в детском саду к детям стараюсь относиться так, как будто это мои дети. Праздник получил колоссальную поддержку широкой общественности, поскольку воспитатель – профессия замечательная, а главное – нужная. Сегодня в Ульяновской области это понимают как нигде. У нас работает 131 детский сад. На базе 11 школ созданы дошкольные группы. С 2011 года по 2018 по современным проектам построено 5 новых детских садов, и на этом останавливаться никто не планирует. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.